В Подмосковье стартовали выборы губернатора. Избирательные участки открылись в пятницу, 8 сентября в 8 утра, и будут работать 3 дня. Подсчитывать голоса будут после закрытия участков в воскресенье. Голосование проходит с 8 по 10 сентября, с 8 утра до 8 вечера каждый день. Знаете, даже вот сейчас при открытии участка уже в 8 утра у нас были избиратели. Это очень удобно, потому что они перед работой успели сюда прийти и отдать свой голос, а в субботу, воскресенье у всех свои планы, еще дачи у нас, да, еще погода хорошая позволяет, или какие-то семейные мероприятия. Поэтому, конечно, трехдневное голосование очень удобно. В Подмосковье проживают порядка 8,5 миллионов человек. Это данные переписи 2021 года. За десятилетие жителей региона стало больше на 24%. Мы спросили у жителей Сергея его посада, чего они пожелают региону. Регион хочется видеть чистым, здоровым, хорошим во всех смыслах, чтобы люди были счастливы. Ну, на выборы собираетесь? Обязательно. В какой день? Голосовать. Мы сегодня пойдем. У нас сегодня отпуск, и мы пойдем сегодня проголосуем сразу, а потом делами займемся. Чистоту хотим. Дороги хорошие хотим. Пойдете ли вы на выборы губернатора? Да, обязательно. В какой день собираетесь? Сегодня. Сейчас схожу в парикмахерскую, сделаю прическу и пойду. Собираетесь ли вы пойти на выборы губернатора? Обязательно. В какой день будете голосовать? Я думаю, что сегодня. Чего вы пожелаете Подмосковью? Конечно, процветания, чего же еще. Давно ли вы живете в регионе? Всю жизнь. Что отмечаете? В последние годы стало лучше, хуже, ничего не изменилось? Нет, ну почему же? Есть изменения в лучшую сторону, конечно. В каких сферах они вас радуют особенно? Ну, город стал поприятнее. Жизнь, конечно, ну не сказать, что шикарная стала, но получше, чем было раньше. Так что желаю всем здоровья. Выразить свое отношение к событиям, происходящим в регионе, можно на выборах губернатора. У каждого из 4 кандидатов есть свои предвыборные программы. Голосуйте за ту, что вам созвучно. Напомним, избирательные участки открыты 8, 9 и 10 сентября с 8 утра до 8 вечера. Оксана Мирошникова, Антон Коврижных. Программа «События».